Всем привет! Сегодня мы рассмотрим пистолет Ижевской 654К15. Это очень интересная модель с глушителем, которая должна обладать повышенной точностью из-за удлиненного ствола. Давайте посмотрим, что внутри. Значит, вот такая идет в нем коробка. В принципе, как обычная Ижевск. Вот здесь пометка 654К. Вот так выглядит она внутри. Это наш глушитель. Достаем вот пистолет. И глушитель. Набор колец. Паспорт. Вот. Паспорт. Тут всякие документы на него. Место гарантийного обслуживания. Вот эти вот вспомогательные кольца. Ну и вот такой вот глушитель. Это, как вы понимаете, фальш-глушитель. Он так просто для красоты выполнен. И больше нет для чего. Внутри он полый. Вот наш пистолет. Разматываем его. Внутри привычный нам любившийся Макаров. Все как обычно. Так достается обойма. Обойма, кстати, металлическая. Не пластиковая, как сейчас много где идет. Вставляется сюда баллон. Докручивается. В общем, все как положено. Все хорошо и отлично. И железо. Вот такой вот крутой пистолет. Разбирается, как и боевая версия. То есть, нужно вытащить магазин. Зажать это. А, заскочило уже. И вот процесс разборки на данном этапе завершен. Закрыли, защелкнули, спустили курок. Значит, вот предохранитель рабочий. Как он выглядит, этот пистолетик. Вот самодуло. Берем ствол. Аккуратненько его вкручиваем. Вот так. Вкручивается он как раз по нижней стороне, по минимальной стороне. Благодаря этому прицеливание не затруднено. То есть прицеливаемся мы вот так. Вот. Вот такой вот крутой пистолет. Красивая моделька. Мне лично нравится. Для развлекательной стрельбы отлично подойдет. Он покрыт воронением. Очень прилично выглядит. Даже очень красивый. К сожалению, больше не в черной ручке. Черная ручка тоже многим нравилась. Ну вот, в принципе, такой пистолет. На этом, пожалуй, и все.